Ну да. Ну это. Да, а то все, в Анапе все стерли. Там, ну, да. Что там стояло? А там эти слоны. Пойдем вон туда, мимо вот этих вот деревьев. А потом. Потом туда сходим. Ну да. Сейчас. Да, да, да. Вот это цветет, я хотел показать. Это не цветет, это листья такие. А, да, это листья. А я думал, это все цветом покрыто. Так и думал. Вот. А, тут не написано. А, вот жалко, не написано название растений. Да, потому что все новые. Из минусов, вот я прочитал, во-первых, нет теневых навесов, летом очень жарко. Пока эти вот эти вот деревья, они силу наберут. Нет велосипедных дорожек специализированных. Вот. Нет указателей, нет навигации. Вот. Было бы здорово, если бы была еще навигация. Какие розы. У нас же возле горизонта такие посадили. Только капки такие эти, круглые. Возле горизонта. Надо сфотографироваться. Да. Жарко. Не, ну я не думал, что в лето-то попаду. Не думал? Да. А я-то знал, что ты попадешь в лето. Поэтому тебе сказал, что это. Чуть, наверное, такое лето? Ну, конечно. Этого бы сюда, косого. Что, как мы пройдем? А вот так, пойдем, зайдем туда, а потом уже выйдем там. Ага. Я-то вот не спешу, иду нормально. Время, мы же быстро приехали. Угу. Где у меня? Одиннадцать 11:31. Ну, нормально. Вот сюда, там пройдем. Это. Лариса приехала уже, наверное, на работу. У нее работа блатная.
утром уедем, в обед уже дома. Ну, хорошая работа, да. Пойдем возле воды. А, мы возле этой не были воды? Возле этой не были, да. Мы же возле этой не были, вот это освещение. Надо было в кафе зайти. Домой пойду сразу, потому что круг я сделаю потом, там, и вот здесь круг только есть. Ну там мы были, там эти вот качалки и бревна. А сюда мы, по-моему, тоже проходили, тут же это, вот, по кругу мы наверх. А мне кажется, там где-то... Да? Мы же там с того начинали. Свежо. Представь себе тут летом. Да, да. Ты будешь распаренный. Где? А можно было и пиво зайти выпить? Ну, нафига оно нужно? Пить хочется. Я не люблю пиво. Ну, минеральной воды? Ну, минеральной воды это да. Или чаю?
там посидеть. Ну, вот кафе-то. Там интересно, внутри как сделано. Да. Там должно быть тоже с европейским вкусом. Да. Ну, зайдем тогда. Сейчас вот сюда сходим. Мне надо знать, где это там, театр. Нельзя ориентироваться. Угу. А вот он написано, вот тигра. Да, ну правильно. Какой-то клип снимает. Вот это вот внутри, а здесь вот где-то должно быть туалет. Там. Да. И мы продолжим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго.